Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать обратно в Mortal Kombat Mobile. С вами снова Апо. И сегодня у нас прохождение второго круга обычной башни колдуна. Против нас босс МК-11 Нуб Сайбот, босс МК-11 Шан Цун и босс круга тени Куан Чи. А у меня в отряде спецагент Киси Кич, Combat Cup Джун Киш и Combat Cup Соня Блейд. Награды за 200-й бой: круга тени Куан Чи, классик Лю Кан, МК-11 Ночной Волк, классик Рейн и рандомный алмазный персонаж. У боссов змеиная кусари Гамма, варановая куртка, сосуд смерти ядовитого дракона и мрачная сущность. Сука похитителя душ, пояс похитителя душ, сосуд смерти ядовитого дракона, руки духа змеи. И змеиная кусари Гамма, варановая куртка, связанный демон. А у меня, у Киси Кич, вир с лезвиями, змеиная кожа племени Матока и змеиный клык. Слуга похитителя душ, пояс похитителя душ и перчатки саламандры. Змеиная кусари Гамма, туз рукави разбойника и кольцо Урабороса. А таланты я поставил вот таким вот образом. Начиная от стойка сокола до призрака и учения Шинока. Сока всадника, тактика спецназа, заклинание колдуна, несокрушимая воля, удары в слабое место и кара внешнего мира. Устраивайтесь поудобнее, а мы начнем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Спонсором моего канала является магазин игровой валюты The Apoimco Shop, где вы можете приобрести все услуги для игры Mortal Kombat Mobile, начиная от душ по самым низким ценам среди конкурентов для платформы Android и iOS. Привязка к консоли, покупка боевого пропуска, покупка всех донатных наборов со скидкой для платформы Android и многое другое. Реальные отзывы от клиентов. А если ты перейдешь по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ отличные бонусы. Так что дерзай, ссылка в описании. Перед тем, как начать бой, нам нужно придумать стратегию. Значит, Нуб Сайбот и Шан Цун из отряда МК-11. Нуб Сайбот за блок с бесприемов, у него тень контратакует моего персонажа и будет накладывать метку смерти у Шан Цуна и у Нуба Сайбота. А Шан Цун за смерть моего персонажа будет хилить себя или же Нуба Сайбота на 15% здоровья. А у Куан Чи есть черепушки, которые дают обратный урон. Значит, нам нужно вначале все-таки постараться Куан Чи в первую очередь слить, а потом уже Нуба Сайбота и Шан Цуна. Ну, посмотрим, как все получится. И, ребят, кстати, я первый раз записываю с музыкой внутри игры. Сейчас пока что не знаю, как мой голос слышно. Если все будет нормально, в будущем будем также и с музыкой записывать внутри игры. Потому что из-за сторонних музыки во время монтажа проблемы с авторскими правами. А я этого не хочу. Так, значит, неизлечимость у нас пропала уже, и привязка работает. Отлично, пока что уклонов нет за счет варановой куртки. С Джинкижем пока что справляемся. Ой, это уже уклон. Так, значит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо. Сейчас, если будем делать второй страх, заставит ли смениться Ноба Сайбота? Интересно, нужно будет проверить, сработает ли. Поехали, делаем второй. И страх, отлично, заставил смениться Ноба Сайбота. Так, делаем первый. Нам нужно уничтожить его черепушки. И за счет пояса похитителя душ у нас вешается ослепление. Так, делаем первый. Отлично, но у нас работает обратный урон за счет черепа Куан Чи. Но ничего страшного, ничего страшного. Так, делаем первый. Давай, давай, давай. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, сменяемся. Так, сделаем сейчас первый, наверное. Не в блок, если сможем. Нет, и тут уклон.
За счет... Так, сменяемся за Кисси. Ой-ой-ой-ой, опасно, опасно, опасно. Сменяемся, сменяемся. Я не успел. Тут минус. Нет, хорошо. Хорошо, и тут... Шансун. Делаем второй. И Вича у нас работает. Тоже Вича. Вича, Вича. Отлично, сейчас сменяемся. Делаем первый. У него заряженный второй. Нельзя давать, чтобы он похилился, ребят. Чтобы он успел похилиться. И тут Вича работает. Ничего страшного, ничего страшного. Оглушение работает, отлично. Сменяемся, но он успел бить и похилиться, ребят. Да, это плохо. Поэтому я сказал, в первую очередь нужно постараться убить Куанчи. Все-таки, да. Сейчас, если заставим Ноба Сайбера смениться, будет ли смениться за Куанчи? Это очень интересно. Так, неизлечимость. Есть, есть, есть. Отлично, есть. Плохо. Ой-ой-ой, вампиризм работает. Ну ладно, сойдет. Сойдет. Нормально. Так, первая попытка и половина-половина у Куанчи и у Ноба Сайбота. Ничего страшного. Второй раунд. Второй раунд. Сменяемся на Джин Кейша. 36% у Ноба Сайбота сейчас я вижу. Делаем первый. Отлично, отлично. Ловушка работает во время истощения силы за счет таланта, ребят, в поддержке. Ловушка, ловушка, это нам очень поможет удерживать противника, чтобы он не смог смениться и убежать. Так, контратакует его клон. Это пассивка работает у Ноба Сайбота и сейчас слили. Так, делаем первый. Он скопировал моего Джинкича, но ничего страшного, ничего страшного. Так, тихо. Отлично, не в блок, делаем первый. За счет таланта у нас еще раз бесплатный первый спецприем. И еще раз, первый спецприем бесплатный. Сейчас он успел поставить блок. Ой-ой-ой, почти 500к. Почти 500к, сменяемся. Делаем первый. Нельзя, нельзя давать, чтобы он успел атаковать и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это плохо. Костяной щит работает. Привязка есть, сменяемся. Сейчас у нас пройдет Вича. И сделаем первый, я хотел сказать, но не успели. Ладно, делаем первый, как раз у него блок открытый. Отлично, отлично, сопротивление к Вичу. Отлично, тут просто нужно побольше юзать первые спецприемы, чтобы уничтожить его черепушки. Но тут он почти, почти убил мою Кейси Кидж, но... Тут варановая куртка его помогает от моих спецприемов. Делаем первый. Делаем первый. И сейчас будем за Соню тоже делать первый. Но он успел сделать свой первый, ребят. Делаем первый. Не в... Вообще без разницы. В блок, не в блок. Главное уничтожить его черепушки. И скорее уже за Джинкиджа дамажить. Все, сменяемся за Джинкиджа. Тут уже на изи. Обратного урона не будет. Так что можем не бояться. Ставим тут блок. Отлично, он закончил свою серию. И тут начинаем мы. Делаем первый. Отлично. Блок. Да. Отлично. Делаем первый. У нас еще, если что, есть первый халявный. Но тут уже победа. Отлично, если честно. Ожидаемо от отряда Combat Cup, ребят. Тем более с Вознесением. Вообще топчик. Итак, и тут наша награда — хищная Мелина, ребят. Это очень хорошо, это очень хорошо. Этого персонажа как раз таки у меня не было в коллекции, я ее достал, получается, первый раз. И это еще не все, ребят, сейчас получим еще одну алмазку. Награда дроп, если честно, меня очень сильно удивил, и тут сработал у нас этот рандомная алмазка, ребят. Если сделаем сортировку, не в коллекции, у меня не было Мелина хищная, и тут
Сейчас смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 алмазок еще не хватает. И сейчас смотрите, Ассасин Китана. Она у нас продается в магазине, можем купить, шанс 100%. Давайте купим и пополним коллекцию еще с одним персонажем. Если честно, игра меня сильно удивила, ребят. Я не ожидал, и вообще не ожидал, что это будет та алмазка, которой не хватает в коллекции. А тут игра реально удивила. Я думал, на слиянии будет какая-то алмазка, но для меня достать алмазки, которые не хватают в коллекции, больше как бы радует, чем на слиянии, ребят. В первую очередь сейчас у меня цель достать всех персонажей, которые не хватают. В общем, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел ролик до конца, поддержал лайком и комментарием. Не забывайте, ребят, очень часто по вечерам запускаю стримы. Буду ждать всех. Увидимся на стриме. Всем добра.